О, ни хрена. Посмотрите там вот сюда вниз. Сфоткайте, там... если я сейчас на нем проедусь. На ком? На мегалодоне. Реально, слушай, он нас охраняет. Реально живой, слушай. Ну и нафига вы его раззадорили? Он вас толкает. Не надо нас толкать, тормози. Мегалодон хорош. Прикольно. Снимай. Да не, какие 24 часа. Чего, тормозите? Руса, поднимайте. Охренеть. Что он творит? Все, братишка, хватит. Не толкай больше. Женек, просто окей. Короче, если кто-то поплывет, он на них сразу. У нас домашний питомец. Да, да. Скажу, что такие. Все, все, братан, братан, ух, хватит ничего кушать себе. Меня. Чё он хватит сделал? Меня кушать. Это что такое? Он меня кушает, кушает, ням-ням-ням-ням. Облизывает меня. Облизывает, молодец. О, у нас еще и бочки взорвались. Осуждаю. Чей это был личный мегалодон-то? Не помню. Попробуй его загарпунить. Да не надо, пускай он сейчас что-нибудь. Он тут... Он трясется весь под водой, бедный. Вот же, гад, те бочки взорвал наши. Зато мы знаем, что мегалодоны умеют кусать бочки. Да. Бочка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Что с ним? Может, накидаем ему? Да ладно, а чё не реагирует этот трендель? Может, у нас так получится? Тоже забаговался? А, не, очнулся. У Женька там свой босс. Давай, кто быстрее кого убьет? Давайте, вы его спустите, я его отвлекаю тогда там. Давай. Надзиратель. А ядер у нас нормально, да? Вот я за ядрами. Что-то вы промахиваетесь, молодые. Сейчас все нормально будет. Там его не видно никак. Стреляйте, стреляйте, у него это. Стреляем. У него стадия. Стадия. Маразм. Ну, у него эти дни. А, ничего себе. Мы что-то не знаем о пепельном лорде. Смотри, сейчас я его на берег вынесу. Бей его, не вынесу. Орех, что-то он отошел. Ой, он по нам накидывает. Я иду помогать вам, короче. Потом мы этого забьем. Давай. Но лучше бей мегалодона, он может да. пропасть. А, вон он, все, вижу. Давай, мегалодона с черепом замочим. Я не вижу, где он. Вот, прямо по мне попал. Там шлюпка стоит на соседнем берегу. У него, ну, у него да, стадия, на пропасть. Стреляем, стреляем. Сколько стоит мегалодон? 30 тысяч долларов. Это что такое? Что за звук? А где он? Не знаю. Такой звук, как будто он сейчас кусать нас будет. Мегалодон пропал. Да. Ой, вода кипит. Жар. Накидываем, пацаны. О, там мы с небом, нам повезло. Смотрите, как небо фигачит по ореху, а не по нам. Бочки взрываются. Блин, я не пойму, где он. Ну, там он стоит на месте. Не вижу. А, вижу. Все, 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 все. Все, пять раз я его убил нормально.
Какой сколько стоит мегалодон? Это просто забагался. Че прикалываешься? Посерьезнее будьте, на. Сами забрали, сами вызвали кракена, нормально. А ядер 27 штук. Кракен, чё он? Кракен сосёт. Чё, кого-то стащит. Отлично. Стреляйте по тому, кто сосёт. Нормально. Ой, меня стащил. Какой? Передний. Передний, да. А давай попробую тебя вырвать. О, ни хрена себе. Тут подло, а. Нормально ты меня. О, вот это. Я только выстрелить хочу. Учебно. Ядер что-то нету у меня. Но в чили ты родил нормально на нем. Чтоб не расслаблялось, на. Дайте пушку. Все. Дюк, я еще ни разу не попал, он вечно уходит. Схватили. О. Стреляйте по ближнему, он отпустит тогда. Не-не-не, можешь не бить это. Чему? Ближний щупальца надо убить, и туда это отпустит. Сейчас отпустить, да. Тоня. Чиню. Чиню, не успеваю воду выгребать. Я вычерпываю. Вычерпываю. Давайте все вместе. Легко. Че, мы его так и не забрали, что ли? Может, плывем? Я думаю, мы его заберем. Нет, а где саму эту прочитать книжку? Какую? А, вывеску? Да. Вон, идите за мной сейчас пока. Вот, просто сюда наводишься. На вывеску эту кракен, видишь? Чего? Ну вон, сюда наведись. А. Теперь так, еще сюда идите. Если вы выполнили это, сюда можете подойти. Где-то есть. А как нам навести, что на нем нет? Ну просто центр увидишь, это прочитать. Ой. Осмотреть. Теперь вот картина слева. Ну и все. Да, картину я читал. Вот обезьяны, флаг, смотрите. Вон флаг. Да ё... Опять внутри. Музыкальная шкатулка. Ну, она ничего не дает. Подожди, там вывесили ведро на всеобщее обозрение. То есть, по идее, оно должно быть где-то прям при подходе. Я так же мыслил, все равно не смог найти. Да. Может, я его выполнил, у меня что-то я не могу его найти. Какой это? Какой там значок, не видишь? А, вот вижу, да. Все. Веселое ведро называется, да. Вот это?
Вот мне написали в чате, вот ведро. Где? Да, веселое ведро. Блин, спасибо большое. Ой, ёпта. Ну, респект таким людям, слушай. Да, спасибо, спасибо. Где оно? Вот висит. Где? А, вижу, да. Реально. Спасибо. Я же говорил где-то вначале даже. Ну, прав. Тридцаточку дублонов. Достижение открытых головорезов. Я просто, когда мне дел было нечего, я вот все эти ачивки выполнял. Плавал по морю, вот у меня осталось это и несколько еще.